Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин Lekos, и сегодня мы рассмотрим наручные часы VD Premium Sport. Это спортивные часы на батарейке. В часах присутствует электронный циферблат, а также стрелочный. В часах используется японский механизм Miyota, на который интернет-магазин Lekos предоставляет гарантию 12 месяцев. Ремешок в часах изготовлен из качественного кожзама, по ощущениям он должен очень хорошо и долго носиться. Он довольно-таки плотный. Стекло в часах минеральное, то есть оно стойкое к царапинам и затираниям. Часы базовой водонепроницаемости, что допускает случайное попадание воды, такое как мытье рук или дождь. Для установки времени стрелочного. Вытаскиваем ручку завода до упора на себя, устанавливаем необходимое время и возвращаем ручку на прежнее положение. Для установки электронного времени. Нижней левой кнопочкой нажимаем несколько раз, а именно два раза, то есть раз, два и три. Начинает мерцать секунды. Для того, чтобы переключить из секунд на часы или на минуты, нажимаем нижнюю правую. Вот я нажал, мерцает цифра 13, это часы. В верхней правой устанавливаем нужное нам время. Для того, чтобы перейти на минуты, опять-таки нажимаем нижнюю правую. Вот мы перешли на минуты. И в верхней правой устанавливаем нужные минуты. Дальше нажимаем снова нижнюю правую. Это начинает мерцать месяц. Сегодня у нас 4-й месяц, мы можем установить. Нажимаем повторно нижнюю правую. Сейчас я беру стрелочку. Начинает мерцать цифра 30. Это день, число месяца. Тоже ее устанавливаем верхней правой. Нажимаем дальше, но опять-таки нижнюю правую. SA, это Saturday. На английский суббота, да, день недели. Устанавливаем нужный день и повторно нажимаем нижнюю правую. Для того, чтобы время уже остановилось, да, мы нажимаем нижнюю левую. Вот у нас установлено время. 22.04, 9 число. Для того, чтобы включить подсветку, нажимается вот верхняя левая кнопочка. Тут зеленая подсветочка, вот можете видеть. Довольно яркая, ночью будет видно очень даже хорошо. Часы довольно массивные. Отлично подойдут как на среднее, так и на большое запястье. Я вам сейчас продемонстрирую, как они будут выглядеть на запястье. Таким вот образом. Довольно интересные часы на руке, выглядят очень хорошо и дорого. В комплектации с часами идет оригинальная упаковочка VD, инструкция на английском языке и небольшая брошюрочка VD. Всем спасибо за внимание, покупайте в интернет-магазине Lekos.